Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Ушла к Юре, умерла вдова Гагарина. Она безумно его любила. Центр подготовки космонавтов сообщил о смерти вдовы первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Валентине Гагариной было 84 года. Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Замуж за летчика Юрия Гагарина, впоследствии ставшего первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос, она вышла 27 октября 1957 года. У пары две дочери – Елена и Галина. В 1968 году Юрий Гагарин умер. После этого его вдова замуж больше так и не вышла. В 1981 она написала первую книгу, посвященную космонавту. В последние годы Валентина Гагарина проживала в звездном городке в Щелковском районе Московской области. Валентина никогда и ни с кем не обсуждала гибель мужа, жила очень замкнуто. Лишь написала книгу о нем «108 минут и вся жизнь». Жила женщина в элитной многоэтажке в квартире с высокими потолками и огромным балконами. Окна ее квартиры на четвертом этаже выходят на аллею и памятник – бронзовый Гагарин, который сжимает в ладошке ромашку. По горькой иронии судьбы, каждое утро просыпаясь, Валентина Ивановна видела спину мужа, который будто бы уходит вдаль, откуда уже не вернется. Племянница космонавта Тамара Дмитриевна рассказала, Валя безумно любила Юру. После его смерти она не вышла замуж. А ведь могла бы, она многим нравилась. Была необычно красива, огромные черные глаза, длинные волосы, фигура словно точеная. Кроме того, Валя – потрясающая хозяйка. Ее отец был шеф-поваром и передал дочери свои кулинарные умения. Она шила и вязала. Светлая память, искренние и глубокие соболезнования. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.